И к другим темам. Мероприятия в рамках празднования Дня Победы в Искитиме начались 8 мая. На Аллее Славы около историко-художественного музея прошел митинг памяти. Искитимцы возложили цветы к бюстам героев Советского Союза. 73 года мира. В масштабах человеческой жизни это очень много. А в масштабах истории это мало. Это настолько мало, что непозволительно забывать о тех страшных днях, которые пережили наши с вами деды и прадеды. Мы должны помнить об этом, чтобы это не повторилось никогда. Митинг памяти на Аллее Героев проводят ежегодно накануне праздничной даты. Школьники внимательно слушают все, что им сегодня говорят о войне и подвигах русских людей, о том, какой ценой далась эта победа. Мы люди, так сказать, войны, потому что я родился в 1944 году, как раз война еще была, можно сказать, в разгаре. Поэтому для меня война – это горечь, это столько было пережито. Обидно становится, что люди, которые освободили, которые должны, может быть, уже давным-давно не быть на этой земле, живые, живут, еще начинают вот так вот поливать грязью, мягко говоря. И наша Родина, которая действительно отдала все для того, чтобы человечество жило без немецкого ига. Митинг памяти воинов, которые не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны, дал старт массовым мероприятиям в Искитиме в честь 73-й годовщины Победы.